Сегодня у нас 16 октября 2017 года. О, Михаил пришел. Недавно всему. С миром прима. Я это. Ты тут долго будешь? Ну, минут 10 буду. Ну, мне надо тут. Я вчера посмотрел книги. Кто там возился, я спрашивал. Все перепутали. Идет видеозапись для интернета. То есть, чтобы знали уже люди, что все выставляется. Вот это закрыто, от пыли книги лежат. Все правильно, я приехал. Каждый раз открывать и закрывать. Дальше. А самое необычное, что Коломиченко Олег приезжал тут с Татьяной, с Одессы. Он помогал. Такой мастеровой мужик. И там ход вот этот прорезали, который ты из столы сделал. Ну, стол какой тут можно замерить его сейчас. Песня восхождения. Зачем мои книги кладут? Я не знал, сколько есть зам книг. Но что вот это «Кесино православие» придется издавать. И один том. То есть я ошибся. Дело в том, что не один том. Где-то у меня здесь лежали стихи. Я лежал для показа. Только для показа. Это нету, они кончились. Вот и нету. Приехал сейчас я после лета, и нету. Я их где-то здесь держал, чтобы никуда не деть. Просто и ложить сюда. Уже нету. Мне страшно не нравится вот эта вот хозяйничка. Поставил старшую. А она здесь начала... А сама не знает, какой порядок здесь. Вот он взял столы, Олег. Я, ну что, положил бы и все. Но вот у меня книга одна, сдается вторая, третья. И как только я кончил издавать, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двадцать, девятнадцать, тридцать восемь. Дальше некуда ложить. Это я потом понял, когда стал раскладывать. Вот как кто вымерил, вот мы для лагеря бак надо было, воду. Какой? Подумали, так, полтора метра на полтора хватит, квадратные сделать. Ну и высоты там... Ну, метр тоже, может быть, или полтора. Я не знаю, какая высота его. Метр, наверное, да? Полтора. Вот, Галя Силина, она работала на каком-то заводе здесь. Я не знаю, какой это, там механический здесь. И она листы, мощные такие листы, пришла, там прямо нажала на начальство, и они сделали. Привезли в Потеряевку. Приехал Николай Польгуев, сварил, скобы сделал, крышку приварил. Там все было обдумано. Теперь куда ставить? Надо ставить, чтобы было рядом, и не на дороге, и не мешало детям. Потом мы покрасим. И главное, растет тополь, и растет березка. И вот в них, поставив вплотную к стенке, другого места лучше нету. Миллиметр в миллиметр. Не вымеряли, не между березами, они растут, тем более пространство сужается. И вставили. И вот точно так и здесь. Я решил, что здесь должны быть... Ну, видишь, вот как раскинут это... А там пустое место. То есть, зачем она это делала? Она все перемешала вот так вот. И я не знаю даже теперь, где еще искать. Вот, стихи надо один номер лежать. Он для, ну, для полноты. Нет нигде. Лежал здесь, поехал. Приехал. Кто брал? Кто? Никто. Никто не брал. Само уползло. Ну, нету. Нету, она белая. Здесь надо сделать... чтобы она была. Их 5. Теперь что там получается? Вот 5. А вот где здесь? Теперь я сейчас должен сдвинуть все. Ужасно просто. Сколько работы она мне сделала. Притом хороший человек. А вот женское дело. Ей надо. Что теперь сделать? Куда сдвинуть? Я даже не знаю. Вот здесь она 2 сделала. Один и тот же том разложила на 2. Зачем? Не знаю, кто это сделал, вытащил. Так. 3, 4, 5. Это вот минимум вот эти вот надо убрать и запечатать. Они, ну, в пачках он лежат наверху. А теперь надо сдвинуть. А почему сдвинуть? Место для стихов. Это одной книги-то нету. Она разложила их, чтобы было там. А там вообще ничего не поймешь. Здесь одинаковые 2 лежали. Все лежали, поехал. Том 1, 2, 3 подошел, можно взять. Сейчас нету. 4. Точно так же 4 здесь. Зачем 4 столько? Не знаю.
Откуда это столько? Тоже не знаю. Вот он третий тем. Вот теперь выложили. Теперь третий. Она третий заложила этим. Вон третий. Вот так было. Вот теперь третий. Вообще. Третий здесь. Женская рука побывала. А что это означает? Ну, означает самовластие. И сразу огорченная такая. Вот седьмой, восьмой. Я сделал так. Иду четные и нечетные. Легко забираю. Легко. В темноте могу найти по счету посчитать. Сейчас ничего не могу сделать. Теперь этих пять я оставляю здесь. Вот сюда место для стихов я должен принести. Издана симфония на жития святых. Вот. Два издания уже прошло вот этого, к истинному православию. Здесь было сколько, я целую пачку положил, и никто не брал, никто не покупал, и ни рубля нет нигде. Не могу объяснить ничем. Вчера уже тут поисследовал. Первый том кончился, но это вот последние уже номера. Теперь мне надо узнать, а где у меня счетное и несчетное? Я ничего не могу понять. Она, все, здесь четвертый, пятый, шестой. То есть она решила вот так вот, чтобы шло. Голова кругом пойдет. Вот второй, вот первый, второй, это значит что? Третий. И вот она здесь, представь, как она шабарничала здесь, что-то делала. А с какой? Никакого толку нету. Женский разум. Вот первое, третье, седьмое, вообще, говорит, голова квадратная. Второй том, здесь второй, значит, четвертый должен быть. А этот пятый сюда. То есть она все перемотала. Никто не заставлял. Да я сказал не прикасаться. Игнатий жестко поступает. Ну, как жестко-то? Я хозяин. Все здесь. И не ее, но она хотела как лучше, а получилось, говорит, как у женщины, у любой. Вот это восьмой. Четвертый, теперь надо шестой. А где он шестой? Вот она ее куда загнала. Какая, говорит, нечистая сила их, этих женщин напускает. Этот пятый. Пятый вот он где. Ну, пятый можно подложить под низ, чтобы поднять здесь. Шестой, восьмой. Вот восьмой я том теперь беру. Девятый здесь. Восьмой. Здесь надо десятый. Десятый на той стороне. Это она все их переставляла. Все до одной. И ничего нельзя сделать. Здесь двенадцатый. Поднимать тринадцатый идет. Два раза. Четыре. Тринадцать. Здесь что у нас получается? Пять. Теперь надо семь. А седьмого-то нигде и нету. А где? А вы его перекладывали только что. Вон он. Вон он, седьмой. Вот пятый, седьмой. Теперь надо девятый. Девятый. Видишь, как они идут? И нелегко брать их. Они шестой, седьмой. И так вот по порядку идут. Но вот это вот провалилось далеко туда. Можно поставить одну сюда и выровнять. Хотя бы маленько. Дальше девятый. Одиннадцатый. А раз это одиннадцатый, значит... А тут у нее 22-й уже идет, рядом с 12-м. Это 13-й. Я вчера попытался, ничего не могу сделать. То есть она долго копалась, и как курица, все это переворачивала их, делала. То есть она хозяйка тут, я оставил ее хозяйкой. И она просто охранительница, не больше того, нету. Много книги потеряно, 4 месяца. А кто был, кого в гости приглашали, ну ничего неизвестно. 13, теперь... 15-й где? Его нету. А это какой 13-й? Еще 12-й. Здесь надо 14-й. Так, что? 10, 12, 14. Здесь 13, 15. 15-го нету. Теперь надо поискать там. 15-го нету. Это какой у нас? 14-й, теперь 16-й. Здесь какой надо? 18-й. А его нету, вот он где. Вот я расставляю, как удобно. Счетные и несчетные. Они идут вот так вот, и легко брать. 18, 18, 20. А я на 17. Вот он. Вон он куда загнала его. Ой-ой-ой, 20. Здесь 22. А сюда 24 должен быть. Где он? Вот он где. Она его куда. Ой-ой-ой. 24-й,
Теперь 26-й. Не было этого. Вот тут я ушел, тут уж они хозяева у меня. Притом не со зла. Это 26-й. Дальше 28-й. Вот. 17-й. Так, подожди. 28-й. А где 28-й? Тоже, наверное, нету. Кто-то брал. Целыми комплектами брали. И никто не брал. Вчера спросил. 28-й. О! Теперь 30-й. 30-й. Все. Один ряд выложил. Дальше. Здесь у меня 13-й. 15-го нету. За 15-м идет 17-й. Вот он. 17-й. За ним идет какой? 25-й. Вот я говорил, нет, вот он где. А, 15-го не было. 15-й. 17-й, теперь нужен 19-й. Вот он где, 19-й один. 19-й. Теперь нужен 21-й. Вот он какой. С пробрызком. 21-й. 23-й. 25-й. Видишь, она где? Одним светом, все. И видела, каждый день видела, сидела и ничего не понимала. Еще женщина пытается выровняться с мужчиной. 25. 25. А теперь надо 27. Вот она, 27. Теперь 29. Вот она где. Ну это можно поднять, положить, чтобы только этот был сверху, а потом взять. 29. А вот теперь первый том. Второй том. И сюда третий. Но третьего нету. Значит, третьего ни одного нету. И 15. И 15-го нету. Давай-ка мы глянем. Помоги мне найти. Они у меня стоят. Вот здесь, которые... Ну, по многу не нельзя ложить. Вот. Третий том, да? Вот уже большая замена есть. Теперь 15-й том. Где он? Нету. Нету его, да. Нету. 15-го вообще затруднение. Я его достал. Я сказал, и мне выслали. Вот. Не знаю совершенно замысла. Вот теперь все. Идут четные и нечетные. Вот и там. Они рядом. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Так, что здесь? 28, 29, 30. Ну да, так и есть. Все. Не хватает двух стихий и 15. Ну вон, сейчас так, 15 том лежит книга. А кто же туда взял его? Понятно, что какой разброс здесь. Она лежала, я никому 15-й не давал. Ему тут лежать и незачем. Видишь? И 21-й том сюда сунули. Это кого-то на ночь пускали ночевать, если только. 20... Это... Не могу убрать. Надо посмотреть, кто брал, я спрашиваю. 21-й, 15-й. Вот. Ничего не могу понять. Никогда этого не было. Такого, чтобы вот кто-то шарился или окна целые. Так. Какого нет? 15. Нет. Стихов. Но стихи тут, может быть, отсутствуют. Могут и не быть. Это мне надо будет принести. Оттуда. Но главное, я положил и наказал. Стихи не задевать, потому что они только для показа, что они были изданы, но они кончились. Их нету. Уволокли. Нету, мне надо будет принести. Ну вот здесь вот между этими где-то нет, нету. Нету. Это просто потрясение какое-то. Книги, вот они лежат. Здесь лежит у нас крест. Кому надо, не... Никто не, никому не подает, сам берет.
Одна однажды была еврейка здесь, так домой утащила. То ли своим евреям там, или еще. Вот теперь надо выровнять. Ну, это я потом этим займусь. Вот это на выше маленько, 14. Я под низ подложил, но сверху должны быть именно все. Вот она как идет. Так. Все. Осталось по одной. Это сейчас полный комплект кто-то просит. Придется восстанавливать. Ну и когда уходят, я снимаю вот это вот на каждое утреннее занятие, чтобы они были, попадали. Теперь закрываем от пыли. На это у меня ушло 9 лет на издание. Я вчера посмотрел по ценам того года, когда я издавал, я тогда сразу высчитал, я знал, что цены будут меняться, приходилось книги менять, но евро не сильно менялось на евро. Вот этот полный комплект 750 евро. 750. Ну, евро, посмотри, сколько стоит сегодня. Если 60 рублей, ну, 60 это доллар, значит, евро больше, наверное, 65. Ну, в общем так, по сегодняшним ценам это мне издание обошлось примерно в 45 миллионов. А пенсия 6523 рубля. Явно дело, что не мое. А как? Бог. Одна бабка враждовала прямо против меня, а умирая, видимо, совесть замучила. И получилось так, что полдома мне деньгами передали от нее. Передали. Одна была ушла от нас, а умирая, завещала квартиру. Мы говорим, зачем? У тебя два сына, а она с ними не ладила. Ну и потом мы у этого были у нотариуса. Они ко мне стали ездить, квартира-то им не, она на меня, на батюшку переписала. Но я их сначала потрепал как следует, они с матерью сильно враждовали. Я говорю, ваша мать Татьяна-то вас родила, вас воспитала одна, и какая ни на есть. Вот я вам подпишу, чтобы вы получили квартиру эту, но дайте сейчас слово, что вы против матери ни одного слова плохо не скажете. Она наняла там что-то ремонтировать на кухне, а этот ремонтник ее зарубил топором и все. И ушел, а открыл, чтобы не воняло. А все равно узнали. И поймали. И я им, батюшка, свозили они меня к себе на Алтайск там. Плеханова Татьяна. Такая была солидная женщина. Два сына ее. Один был у меня в лагере, другой был, жил со членами нашей церкви, общины. Вот так. И деньги откуда были? Я сейчас все перекидываю, как вообразить нельзя. Но чтобы ответить на все вот это вот на книги, а каждая книга, вот даже я возьму ее сейчас вот, ну, любую. Особенно вот об этой книге я говорю, ее нельзя доставлять нигде, ее в библиотеках сразу сметают. Официально у меня есть бумаги на 600 библиотек. 600. А экземпляров 1000. Не считая Новый Завет и к истинному православию. Вот это переиздано были. Первое, все по 1000 экземпляров, а потом по 3000. Кончается, значит, еще больше там тираж. И трехтомник большим спросом пользуется. Вот как они изданы. В Америке Сан-Франциско получили, говорят, у нас книг так не издают. Какие они. Смотри, какой каптанчик. Как выглядит. Это 300 поэтов России за 300 лет. Что сказали? Я в разных университетах вел занятия, в 5 университетах. В техникуме, школах, милиции, воинских частях, заводы, фабрики, 3 радиопрограммы, телевидение. Не выскажешь, где был. И вот я студентам говорю, вот сейчас буду отвечать вам на ваши вопросы, любые, согласно житии святых. А как так? Ну, я знаю 1173 жития, я их знаю, и знаю, о чем говорится. И буду говорить в кавычках. Прямо из кавычек и туда отвечать. Да это не может быть. Ну вот 7-8 том. Вот я просто покажу. Вот 7-8 том. Вот он, 7-8. А они по житиям святых. Конечно, Слово Божие. И дальше. Вот даже 8. Я все сейчас начал здесь, сейчас заложу. Вот. 8 том. И везде поэзия, стихотворение. Вот такое-то, такое-то. Вот, допустим, вопрос мне задают. Я не могу прочитать его. Плохо вижу. Вопросы у нас люди какие сильные задают. Ну-ка, прочитай. Я наугад открыл. Слушай, читай. Хватит ли у вас силы и мужества противостоять 40 подвижникам? Деяния 23-21. Но ты не слушай их.
ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить. Доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения. За то, что вы дерзнули пересмотреть так любимые православным народом жития во свете Библии, невзирая на лица и авторитеты, которые вновь предъявят обвинения и доводы вашей неправоты. Вот вопрос. Я отвечаю, что это я стою за кафедрой. Конечно, хорошо, когда семя сразу же вырастает и нет сорняков. Но когда пожар со всех сторон и выжигает дотла, и видит полчища грызунов и тех, кто натравляет на тебя пьяных слуг соседнего землевладельца и работорговца, тогда руки задрожат. Вот дальше я привожу места Писания. И потом, теперь видишь, что Иероним Стридонский, кавычки открыты, как его гнали. Вот выдержка. Дальше кто? Венедикт. Все, теперь кавычки открыты, заметьте, кавычки открыты. То есть житие его 15, допустим, страниц 30. Я беру только самое маленькое. И так каждый вопрос, и вот дальше опять вопрос, новый вопрос. Видите, как он курсивом. Какой это том? 8 том. И теперь дальше мое стихотворение на 9 куплетов. Ответ, и дальше опять кто? Ксенофонт. Такое-то житие. А что, может Осипов ответить там или кто? Никто и не ответит никогда. Нигде. Они не знают житий святых. Ну, скажут, много берете на себя. Как раз то, что нужно. Дальше. Новый вопрос студенты задают. Я отвечаю все, конечно, по Библии. И дальше начинаю. Такое-то святое. Все. И опять. И ответ. 1, 2, 3, 4 жития, в которых про это сказано. 5. И опять стихотворение. Да мало того, стихотворение. Это стихотворение так никто и не пишет. Вот оно. 36 строчек и 36 мест из Святой Библии. Откуда эта мысль взята? Я даже не вижу, как называется стихотворение. Должник становится рабом взаимодавца. Ох, как это важно. Вот это берут где-то что-то, ипотеку, в долг берут, а потом платят 3 раза больше. Ну-ка, прочитай хотя бы 2 куплета. Откуда взято? Вот смотрите внимательно. Медленно, большим шрифтом покажи. 36 раз откройте Библию. Таких стихов от создания мира не было. И не будет. Должник становится рабом взаимодавца, пока не рассчитается сполна. Освободиться – это как удастся. Зависит, какова твоя казна. Ну, а что тут неправильно? И дальше? Не лезь в долги, возненавидь кредит. Проценты душегубцы атакуют. Быть скромным и в пожеланиях не вредит. В долг не бери, ненужность никакую. И дальше 36 строчек. Я не поэт. Я не называю стихотворение, называю проповедь в стихах. Проповедь. Проповедь только сказать, 36 раз Библию открыть. А здесь стоит патриарх на площади и говорит, я стоял 25 минут. Открытие памятника Кириллу Мефодию. Патриарх Алексей, я там присутствовал. Ни разу, ни одной ссылки на Библию нету. Такое важное событие, люди собрались. Здесь обыкновенная маленькая проповедь. Ну, проповедь, 36 строчек в стихах. И 36 раз нужно Библию открыть. Кто любит Библию? Исследуйте Писание. А вы заблуждаетесь, не зная Писание, Матфея 22:29. И вот здесь 2 тома, и они как раз об этом говорят. Ну все, Игорь. По житиям. Дальше. Еще я только покажу. Вот она открывал, где-то у меня. Я не знаю. А, вот она. 26 том. 300 поэтов России за 300 лет что сказали по определенной тематике. Благодарение Евгению Евтушенко удалось создать эту книгу. На каждый вопрос я отвечаю из Слова Божия и дальше из поэтов. Вот они, поэты здесь. Поэты, поэты, это все поэты. Какие поэты? Вот они где. И 6 стихотворений на каждый вопрос. Вот вопрос задали. К примеру сказать, вот он вопрос идет. Где он тут? Вот он, вопрос. Ответ маленький. Дальше стихотворение идет. Откуда? Федор Тютчев. Место Писания обязательно. Дальше кто говорит? Слуцкий. Место Писания. Дальше Осип Мандельштам из Писания. Дальше Некрасов. Место из Писания. И Алексей Суриков.
Сурков. Сурков. Вот. Место писания. И как? На каждый вопрос студентов 6 поэтов в разные эпохи. Создадут они когда-то такой? Никогда. И ни один поэт этого не сделает. А почему? Надо знать Библию. Абсолютно ее хорошо знать. И знать поэзию. Вот Господь как сделал. Меня расшевелили, я тут пришел, разложился, теперь не прикасайся. Богу слава, благодарю. Вот это потом заверну, там упала подписать. Придешь, когда сделаем это, чтобы тебя не задерживать. И туда поставить, надписать. Не хватает только стихов. Видишь как? Как говорится, стиснули. Ну все, уходим. Покажи, какие у нас украшения в храме. А вот пастырь Христос, смотри, какая надпись. Любим мы священников, платим десятину, святую десятину, непроклятую торговлю мамону. Не можете служить Богу и мамоне, а в церквах только мамоне служат, Бога-то и не знает в большинстве. Убери торговлю-то в церкви-то, и все, и говорится, все, сдохла собака, за хвост тащить придется. Они не верят в это, что Бог силен прокормить. Милостыня пребывает во века, для нуждающихся собирает. У нас деньги не появляются, не считая сбор, только вот она заболела, и сейчас тут сбор. Мне каждый месяц кто-то деньги скидывает на этот вот. И вот я поехал, было там 200 рублей, сейчас 7 тысяч уже. Я приезжаю, кому-то отдаю нуждающимся, они деньги снимают для себя. Полгода проходит опять. Может, Билайн меня так любит? Не знаю. И никаких адресов-то нету. Просто перечисляет Билайн. В среднем 14-15 тысяч в год мне кто-то накидывает на... А я не звоню. Они все целые. Все, уходим, дружок. Все, уходим, дружок.